кожи, то, соответственно, у нас пигментация идет на кожу. Также я использую маску. Вот такую замечательную маску, которая просто находка. Почему? Потому что в моем случае, так как кожа у меня имеет склонность к жирности, и, конечно же, имеет место комедоном и высыпанием, понимаете, прыщи. Вот. Прекрасно лечит, убирает прыщи, предотвращает появление прыщей, выравнивает, осветляет кожу, выравнивает тон лица. Вот. И, конечно же, имеет лечебный эффект. Очень довольна этим продуктом. Эта маска просто находка для меня и моей кожи, потому что моя кожа имеет склонность к высыпанию, и в районе этой зоны появление бывает часто достаточно комедона, то есть забивается кожа, несмотря на то, что я ухаживаю за ней регулярно и качественно. Тем не менее, если бы у меня отсутствовала эта маска, я думаю, мне было бы очень сложно. Поэтому большой респект тем, кто занимается Джиджи, изготавливает такие замечательные продукты. Очень я довольна. Вы знаете, ребят, я в который раз говорю себе и близким своим, что если мы используем систематично, когда находим свой продукт, и у нас есть система, то, конечно же, мы сохраняем свое состояние кожи в хорошем, можно даже сказать, в идеальном состоянии. В моем случае, как вы видите, у меня действительно отсутствуют такие прыщи, прям ярко выраженные, да и вообще их крайне редко можно увидеть на моем лице. И все благодаря Джиджи. Вот, собственно, вот этими продуктами я пользуюсь. В дальнейшем я вам покажу еще уход, который я использую именно дневной и вечерний. Это кремы для глаз, лица и шеи. Девочки, я также хочу сказать вам, что продукты, которые вы сейчас видите, в чем их преимущество и плюс. Дело в том, что каждый продукт имеет ценовую линейку от 1600 до 1800. Более того, мы имеем здесь 250 мл. Еще хочу добавить вот к этому ухаживающему мылу, очищающему. Там буквально нужна с горошинку мыло распределить на влажные руки, и тогда вы распределяете по всей коже, прекрасно мылится и очищает. Вам хватит этого продукта на очень долгий срок. Мне его хватает до 3 месяцев. Вот и посчитайте, насколько вполне возможно иметь такие продукты и при этом иметь хорошую кожу. Также все, что вы видите далее, стоит точно так же. Единственное, конечно, я могу вам сказать, что масочка стоит в районе 2000 рублей. Но поверьте, вы оправдаете 100 раз эти деньги, потому что ваша кожа будет вас радовать, а вы будете радоваться тоже тому, что вы будете видеть. Девочки, если будут вопросы, задавайте, я с радостью с вами поделюсь. На этом я с вами прощаюсь, будьте красивыми, до скорых встреч, пока!